Приветствие Маши, обзор алкогольного напитка. Я бы не сказал, что это коньяк. Я думаю, просто берут поганый спирт, разводят какой-то краской, пишут надпись, какие-то псевдо медальки вешают. Стоит около 900 рублей, но на самом деле примерно то же самое, что водка за 200 рублей. От 800, по-моему, он стоит, может быть, до 1000 даже. Старый Кенигсберг, коньяк 4-летний, он вообще 0-летний, я думаю, ничего нигде не выстаивается, естественно. Завод Альянс 1892, Калининградская область. Так, что-то тут можно позвонить с мобильного телефона. Первый раз вижу, что-то им сообщить. Потому что, когда пьешь, он противным спиртом воняет. В общем, такой-то очередной хлам, хламовая продукция, которой кормят россиян, причем деньги приличные, можно сказать, стоит 1000 рублей вот этот вот хлам, чисто вообще хлам, наверное, себестоимость рублей 100.